Сегодня у нас 18 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка. Вот это у нас дом Саманный называется. Вот здесь приехали, у нас пахает огород. Скорчено. Вот он сейчас ездит. Здесь вот я побольше уже в этом году распахал. Побольше картошки, чтобы садилось. Вот. Так Господь дает. Господь дает столько земли, надо пользоваться этим. Садить побольше картошки, других культур. Вот он ездит. Уже больше половины деревни он спахал. Сейчас только нам осталось. Надежде Васильевне Лапкиной и матушке. Все вот троим. Остальные уже спаханы. Много червей, земля такая влажноватая немножко, но хорошая, то есть не сырая. Братья мои работают на другом участке. Виталий и Никита. Ну вот так вот, слава Богу за все.